Имеется определенная форма акта, который заполняется на данную квартиру. Жильцы, являясь инициаторами, подписывают такие документы сами. Ну, соответственно, они привлекают нас. То есть мы ставим там свою подпись о достоверности. И такая информация, значит, поступив к нам, направляется в первую очередь в водоканал, чтобы был учет, значит, воды потребленной. Затем в миграционную службу эти документы направляются. И третьим этапом – налоговую инспекцию.